Сейчас мы покажем, как установить связь ваших часов Connect Watch с устройством Apple iOS. Найдите и загрузите бесплатное приложение Guess Connect из магазина App Store. Проверьте общие настройки и убедитесь, что Bluetooth включен. Перед установкой связи часы Guess Connect должны иметь заряд не менее 50%. Если вы не сделали этого раньше, выньте часы Guess Connect из коробки и найдите зарядный шнур USB. Откройте приложение Guess Connect на вашем устройстве Apple iOS и выберите Connect Watch. В целях безопасности приложение запросит доступ к информации о местонахождении. Выберите «Продолжить», а затем «Разрешить». Вас также попросят разрешить вашим часам получать извещающие уведомления, такие как сообщения, почту и другую информацию, относящуюся к приложению. Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку 2 секунды, чтобы включить часы. Появится логотип Martian и зеленый мигающий сигнал индикатора LED. Быстро нажмите нижнюю кнопку и посмотрите на значок батареи, расположенный слева на OLED-экране. Если значок батареи заполнен менее чем наполовину, зарядите часы, используя зарядный шнур USB. После подключения красный сигнал покажет, что часы заряжаются, а зеленый сигнал, что часы полностью заряжены. Нажмите «Продолжить» в приложении, и вас попросят установить связь с устройством. Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку часов, пока не появится голубой мигающий сигнал и слова «Связь установлена» на OLED-экране. Теперь приложение предложит вам выбрать аксессуар для установки связи. Появится Guess Connect. Выберите эту опцию, и на экране на короткий промежуток покажутся ключ и число. После нажатия Guess Connect появится еще одно меню. Нажмите «Создать пару». На экране часов вы видите информацию, что связь установлена. Экран устройства iOS также покажет «Связь установлена успешно». Нажмите «Продолжить» и перейдите на домашний экран вашего нового приложения Guess Connect. Сразу появится дополнительный запрос на установку связи с Bluetooth. Нажмите «Установить связь», и OLED-экран подтвердит, что связь с вашими новыми часами Guess Connect полностью установлена.